Всем привет, я Юля. В моем классе 25 человек. Есть умные ребята, есть не очень. Есть добрые, а есть злые. Злые порой бывают агрессивными. Их троллинг, их шуточки выводят меня из себя. Им только дай повод. Не такая прическа, одежда, не выученное домашнее задание. Все же я жалею таких людей, ведь в душе у них на самом деле нет гармонии. А я завтра сделаю новую прическу и выучу урок. Все проблемы решаемы.